Ну и вот мы зареспались на первой катке под названием «Баскет», да. Сегодня я расскажу вам, почему так долго не выходили ролики на моем канале, почему я менял название своего канала, наша первая тема нашего видеоролика, где я пропадал все это время и вообще, почему я забросил свой канал. Причина очень веская, потому что переехал в новый дом, чтобы там подключить интернет, так как я живу в удаленном районе от города. Надо заплатить, короче, около 10 тысяч рублей, чтобы подключить интернет. И вот сейчас снимаю для вас прекрасный видеоролик. И меня, конечно, за PvP хают. Ют. PvP хаем этого, да. Просто на изичах. Уходим. Чувак, ты не думай то, что ты меня сейчас так просто возьмешь и типа минус один. И к нам еще один подсасывает. Да почему я-то сразу? Раз, два, три, чувак. Типа, ты такой себе чувак и играешь с макросами, да. Лучше съедим гэппл и не будем рисковать, да. Он сам выберется наружу, так что... Лучше подождать и убить нафиг этого челика. Блин. Человек, ты чё? Минус один? Или минус второй? Минус трой. Да, я так и знал, что он сейчас прибежит, этот чувак. Чувак. Сзади взрываются ТНТ. Ты вообще знаешь об этом? Минус один. Так, остался один человек. Это вообще яичная каточка какая-то. И где... Да, прекрасно, чё. Изи. Короче, переходим ко второй каточке, и я вам расскажу вторую тему. Ну и вот мы зареспались на второй катке под названием «Радуга». Вторая тема нашего видеоролика. Почему я менял название свое? С Redcat на Shed. Я думал, что я начну снимать уже в этом... январе или декабре, но получилось так, что я думал, что тут и нет подключить стоит очень мало. Он стоит очень дорого. Ты чё, чувак? Ты чё, бессмертный, что ли? О, наконец-то заметь. Я зашел в рандомайзер ников. И мне самым первым выдало Shed. Я такой, ну ладно, пусть будет Shed. Потом поменял название, поменял аву, шапку. Теперь я могу рисовать авы, да. Ну, такие себе авы. Давай, чувак, отлетай. О, чувак, дро. Что? А, это ты Вартекс, да? Ты Вартекс. Где ты? А ты у нас с удочкой. Минус один. Сейчас имок... Слить очень сложно. Но почему-то вот эту имку вообще как-то на изи я слил. Сегодня мы играем первый ролик в этом новом году. Да. Я просто не знаю, что уже вам рассказать. И уже так. Просто так бегаю. Между нами тает лед. Этот чел меня не найдет. Сейчас мы будем драться. Короче, мы типа такие... Мы деремся, Карл. Между нами метает лед. Теперь я тебя убью, чувак. О, да, о, да. Он такой, типа, я его сейчас на изи солью. Давай, я тебя сейчас на изи, давай, пожалуйста. Я хочу записать эту... Все, мы побеждаем, короче, к прощанию переходим. Ну и вот подошел к концу наш видеоролик по Vimeworld, да. Я наконец-то вернулся в Майнкрафт на Vimeworld и для вас буду пилить видеоролики, качественные видеоролики. Короче, с вами был Redcat, всем удачи и всем пока!